Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 26 апреля 2023 года, 9 часов утра, на улице уже 23 градуса тепла. Красиво, как цветет моя вишенка, божественная красота. И я без куртки, как летом, красавица. Видите, мы редко ее обрезаем, ей есть чем дышать. И вот все равно есть веточки друг на друга. Это уже будем осенью обрезать. Так, иду посеять на рассаду салат маслянистый. Он кочанный, русский размер называется. С него даже можно варить щи, борщи. Очень вкусный. XL. Размер XL. Так, это крупный среди маслянистых салатов, до 500 грамм. Лист средний зеленый, сочный, очень нежного вкуса. Можно высевать с весны до осени. Ну вот я насажу рассаду и будем есть как раннюю капусту. И в салатах, и в щах, и в борщах. Подготовила вот такие два рядочка. Так, семян чувствуется прилично, так что очень даже прилично. 0,5 грамм. Но срок урожая 19-й год, до 21-го годности. А у нас 23-й. Я, как всегда, на срок годности не смотрю. Короче, будем сеять просроченные семена салата маслянистого на рассаду. Будет схожесть или не будет, посмотрим где-то через недели две. Ну что, открываю пачечку. Я внимательнее прочитала описание. Срок годности 4 года. Как раз получается 23-й год. Должен быть еще годный. Высыпаю. Вот видите сколько? Не знаю, покажет или нет. Посмотрим. Хотела на 2 луночки, но нет. Посыплю на 1. По это. Пускай будет погуще. Не, много. Не прокатило на 1. Очень будет густо. Будем ждать. Очень даже на 2 получилось очень густо. Ну, я сыплю, глаз как алмаз у меня, видите, где густо, где пусто. Ладно, присыпем. Ой, видите, какая земля сухая. Вечером, вот вечером поливали, чтобы схожесть была лучше. Ни под какую пленку я в этом году не выращиваю рассаду. Только в открытый грунт. Почему? Потому что очень тепло. Она и так вырастет. Возиться еще с пленкой. Не люблю на огороде возиться с пленкой. Только вот одну единственную теплицу. Раньше здесь столько было этих маленьких парничков. Как я с ними замучивалась, с этими дугами совсем. Не хочу. Вот моя банда на отдыхе. А потом ко мне в постель. Левик! Левочка мой. Ну вот, мои дорогие друзья, посеяли мы. Пусть салатик растет. Ну а дальше буду цветную капусту еще покупать. После 13-го сеять. Я не тороплюсь. Брокколи. И эти цветочки многолетники. Буду... Вот этого у меня грядочка пустая. Многолетниками нужно засаживать. Вчера сын вот обильно полил ягоды. У меня ягоды проблема. Каждый год сгорают. Но в этом году до осени я оставлю им посидеть на этом месте. Хотела пересадить, но все-таки оставлю, не буду трогать. А осенью все плохие повыбрасываю. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Как всегда, буду рада. Пока!